Здравствуйте, товарищи! Спасибо за ваш интерес к моему каналу. Четвертая часть, посвященная ценовому неадеквату в Крыму. Расскажу про объект стоимостью 14 миллионов рублей. Для Николаевки это довольно дорого. Есть, конечно, предложения покруче, но и выглядят они намного симпатичнее. Напомню, что Николаевка ни разу не курорт, это просто деревня в 40 км от Симферополя. Так что просто покажу картинки, сделанные на месте. Именно так мне продавец и сказал, что не хочет продавать дом с постройками. Если за такой ценник заберут, хорошо. Нет, тоже отлично. Ремонт, конечно, придется сделать приличный, но продавать нет желания. Так мы с ним и ходили по дому без желания. Несмотря на черную плесень, на ободранные обои, на откровенные недоделки, на когда-то случившийся глобальный потоп, прорвало трубу отопления на втором этаже, а также на обвалившийся фасад, у дома чувствуется душа. Возможно, на это влияет устроенная тут же сауна. Не знаю. Знаю только то, что все дома, где была оборудована баня или сауна, все эти объекты мне понравились больше других. Чувствуется, что человек строил для себя, сам пользовался, получал от этого кайф, удовольствие, а не просто на отвали построил, как в первой части. Ссылочка где-то сейчас появится. В доме есть все коммуникации, включая газ. Положительная температура поддерживается поэтому круглый год. Подвал хоть страшен и захламлен по самые не балуйся, но сухой, без протечек. Около дома возвышается своя собственная водонапорная башня на 4 кубометра. Сейчас она не используется, так как в системе центрального водоснабжения напор постоянно хороший и вода есть круглый год. Но много лет назад собственник заморочился, пробурил скважину и установил огромную бочку. За домом большое пространство под фруктовый сад и зоны для мангала с беседкой и прочими шезлонгами для удовольствия. Над гаражом небольшие комнатушки-скворечники для сдачи в сезон отдыхающим. Ничего дурного сказать не могу про объявление, кроме ценника. Все-таки 14 лямов это перебор. Это специально, чтобы не купили. Хитрый ход конем. Жена хочет продать, муж против. Деньги – компромисс. И на этом спешу откланяться. Желаю всем удачных покупок. Делитесь своим мнением в комментариях, ставьте пальцы. Пока-пока.